Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня у нас довольно-таки интересная модель на обзоре от компании Madimil. Это наши поезда, выпуск номер 15R2, моторный вагон, вот такой вот. К сожалению, купить его очень-очень сложно, но ссылочку, если что, я оставлю в описании. Наверняка будут еще дополнительные выпуски выходить. Если что, там найдете еще мой промокод. Пользуйтесь и получайте скидочку. Ну, получается, там на доставочку будет скидочка. Если ты не подписан на канал и впервые, то подпишись, тебе не жалко, мне будет очень приятно. Итак, R2, моторный вагон. Мы сегодня с вами, кстати, соберем его с головой, поставим, как смотрится. Смотрим просто картиночки, и вот мне просто интересно, сколько экземпляров напечатано было. 5755 штук. И вы знаете, что произошло? В первый день, как только данный вагон появился на сайте Madimil, его полностью разобрали. Он буквально, я не знаю, сколько провисел там, несколько минут. Поэтому можно добавить там в избранные, и, в общем-то, как бы ждать, придет вам оповещение и сразу купите. Вот такая вот красота получится у вас, если вы соберете, соответственно, две головы купите и два моторных вагона. Не знаю, будут ли выпускать Madimil просто обычный вагон, не моторный, а тот, который, ну, просто прицепной, так сказать, прицеплялся и просто катился. Не знаю, будут или нет. В общем, будем следить за новостями. Но мне кажется, было бы интересно сюда еще добавить все-таки один простой вагон. Была бы такая полноценная электричка. И как мы видим, здесь электричка данная стоит на рельсах от компании Madimil. У меня есть одна всего лишь решетка, но мы поставим с вами на рельсы от Пика. Да, они не совпадают, но тем не менее некоторые модели ставятся. Плакатик у нас именно моторного вагона. Пожалуйста, вот такая вот прям открыточка, один в один. И дальше у нас про электрички, тяготы, хлопоты. В общем, ну, вся информация про данный электропоезд здесь написана. Какие-то факты интересные. Здесь у нас про московский вокзал, станция Подмосковная. И здесь у нас про рижский узел. А в серии наши мотоциклы, кто собирает, выйдет вот такая вот интересная модель. Масштаб, кстати, 1.24, если что. Ну а в следующем выпуске наши поезда мы получим вот такой ЧМ-5. По-моему, уже продается тоже. В общем, если продается он, тоже ссылочку закреплю в описании. Итак, вот она моделька. Идет в блистере. Большая. Не является игрушкой, вот прям написано. То есть коллекционная модель. Давайте АСМР-очку проведем. Опа, готово. Готовченко, вот он, потрясающий вагон. Перевожу камеру в нормальный режим. Обалдеть, какой он красивый. Вы посмотрите, какая потрясающая детализация. Просто класс. Токоприемник в нерабочем состоянии уже продаются. Кстати, рабочий можно купить, заменить. И будет у вас прям даже опускаться, подниматься. В общем-то, все это уже есть. Заглянем вот сюда, вот в маленькое окошечко. Посмотрим, какой там салон. Получится у нас это сделать? Нет? Навряд ли. Хотя, вон они. Вон они. Лавочки-то видно. Деревянные еще, поди. Потому что рамы здесь, я так понимаю, деревянные. Электричка довольно-таки первых образцов. И все в основном было выполнено из дерева. Так, тележечки у нас. Вот так вот выглядит. Тоже детализация очень-очень неплохая. Кстати, вот так вот заглянем тоже в салончик. Вот такие вот лавочки. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо. Такс. Подвагонное пространство.
выполнена вот таким вот образом. Ну, что сказать, симпотно. Мне очень нравится, а вы пишите свое мнение в комментариях. Может быть, вы видите какие-то здесь нюансы, которые вас не устраивают. Цепочки у нас подвижные рабочие. Тележечки также можно сделать подвижными. Там надо обрезать два небольших штырька, и будет тогда у вас подвижная тележка. Вот так вот крыша. В общем, предлагаю его ставить на рельсы. Давайте устанавливаем его на рельсы. Эх, нет, он немножечко у нас все-таки, да, не подходит, но в принципе сошел с рельс. Поставить-то можно. Сейчас установим мы тебя. Ну вот так вот аккуратненько поставил. Сейчас сниму вам телефон. И вот так вот смотрим, да? Шикардос! Как вам, ребятки? Кстати, если вы не видели видео, где я взял вот этот вот фон, получается, оп-оп-оп-оп, вот этот, есть отдельный видос об этом, можете посмотреть. Ну что ж, теперь настало время соединиться и посмотреть, как это все дело выглядит вместе. Не так ли? Давайте пробовать. Сейчас. Соединение, кстати, проходит довольно-таки просто. Ничего сложного нет. Сейчас я вам покажу. Значит, можно, в принципе, любой стороной. Можно только приемник сюда, можно назад. Ну, давайте я вот так вот сделаю. Итак, соединение. Вот смотрите. Вот так вот снизу берется. И вот так вот не получается сделать. А почему не получается? Сейчас все получится у нас. Не получается. Тогда знаете, как сделаем? Я сейчас поставлю на паузу, соединю и уже включусь, как произошло соединение. Ну что же, я все-таки это дело соединил. Вы посмотрите, какое минимальное расстояние между вагонами получилось. Потрясающе, на мой взгляд. Но есть одно но. Ребяточки, эта сцепочка, ну, не очень, так сказать, держит. Сейчас я вам покажу на разрыв, что получается. То есть она прям пам и все. Очень плотненько все это дело садится, но тем не менее, вот как-то это чисто поставить, чтобы вот так все дело аккуратненько стояло. А если хотите, чтобы это все у вас бегало по макету, то все-таки сцепочки нужно поменять. Ну и тележечки, соответственно, тоже. В общем-то, вот такой вот видос. Я не знаю, вам понравился или нет. Если да, вы просто можете поставить лайк и написать комментарий. Ссылочки все в описании. Промокодик мой там же. В общем-то, все. С вас лайкос. С меня видос. Всем пока. И всем, конечно же, добра.